Доброе утро! Приятная миссия возложена сегодня на утренний канал «Новый день» и на меня подвести итоги акции, которую проводила сеть магазинов «Семья». И прямо сейчас у нас в студии Валерия Крон, начальник отдела прямых поставок сети магазинов «Семья». Доброе утро! Доброе утро! Итак, у нас сегодня розыгрыш, но прежде чем мы приступим к определению победителя, давайте напомним условия акции. Конечно. В течение 3 недель в наших магазинах проходила акция «Путешествие в Рим», по условиям которой наши покупатели могли приобрести итальянское кофе «Парана» или итальянскую пасту «Рума» и отдать чек кассиру и принять участие в розыгрыше путевки в Италию на двоих. Условия очень простые и прекрасный приз «Путешествие в Италию». Сколько участников у нас заинтересовалась таким роскошным призом? У нас получилось примерно 1500 участников. Это только город или край тоже? В акции участвовал полностью весь край, все магазины. И помимо главного приза есть наверняка еще какие-то, ну скажем, утешительные. Конечно, мы приготовили два подарка, которые у нас включают в себя товары прямых поставок. Мы выбрали все самое вкусное и сладкое. Это чай, печенье, конфеты и варенье. Для сладкой жизни, для сладкой так. жизни. Да. Ну, не будем, наверное, тянуть и томить ожиданием претендентов на эти подарки. И вот с этих сладких подарков и начнем. Давайте, конечно. Итак, вращаем наш лототрон. И достаем первого победителя. Им оказывается Александр Арутюнян. Номер телефона заканчивается на 2589. Первый победитель у нас есть. Ему достается первый сладкий набор с вареньем, печеньем, конфетами и чаем. Передаю вам номер телефона. Еще раз проверну барабан. И второй приз. Он точно такой же или чем-то отличается? Он такой же. Точно да, такой мы же. Мы выбрали все самое лучшее. И второй сладкий приз у нас отправляется к Зуевой Алене. Номер телефона заканчивается на 7831. Алене, наши поздравления. И сейчас самый острый момент, долгожданный. Мы узнаем, кому же достанется наш приз. Чуть поподробнее о нем. Наш главный приз сегодня – это сертификат на поездку в Италию на 2 человек, предоставленный Бюро международного туризма «Интурист Пермь». Называется акция «Путешествие в Рим». Только в Рим поедут победители? Нет, это условное название. Путевка включает в себя достаточно много экскурсий по городам Италии. То есть это не один город, это а сразу несколько. Это очень интересное, насыщенное путешествие. Да, и, конечно, Италия прекрасна. Итак, сейчас узнаем, кому же достанется наш главный приз. Я волнуюсь сама. И победителем у нас стал молодой человек по имени Новоселов Антон. 7191, номер телефона, последние цифры. Мы поздравляем Антона и расскажите, как он и 2 остальных победителя смогут получить свои призы. Мы обязательно прямо сегодня уже свяжемся с нашими покупателями, которые выиграли в нашей акции, и договоримся, как встретиться и получить эти замечательные подарки. Спасибо вам большое за такое прекрасное начало дня.